Я рисую картину, то есть это балдаурин называется на казахском, а на русском как бы переводится детство. То есть у меня на картине нарисованы дети. Они, то есть один толкает карусель, второй сидит, и сама картина такая экспрессивная, немного экспериментальная для меня. Сколько себя помню, всегда рисовал, всегда нравилось это делать. И, ну, как бы постепенно это все возросло, что-то большое, что-то, чем я живу. То есть быть художником – это для меня все. Вдохновляюсь, конечно же, художниками, великими мастерами. Также очень много казахстанских художников. Также вдохновляет меня природа, походы, какие-то новые страны, горы, музыка. Вдохновляет творчество не только живопись, но и другие друзья. То есть очень много друзей, молодежь, которая делает что-то сейчас новое, современное. Все это двигает меня идти вперед. Художник для меня – это человек, который всегда развивается, ищет что-то новое, у которого есть свой взгляд на любые вещи, и который готов перенять, так сказать, искусство, которое было до него, и быть всегда открытым к чему-то новому. И, конечно же, художник должен быть свободный.